человек тоже, как и вы, будет таких экспериментов. Эксперименты не только над всеми, кто сейчас находится в зале. Это еще эксперименты над участниками АТО, над военнослужащими, которые смотрят, это эксперименты национальной полиции, это эксперименты СБУ, вооруженных сил Украины, прокуратуры, которые говорят, что они не могут получить землю. А мы проводим эксперименты, мы выделяем депутатам лакомые кусочки земли в то время, когда участники АТО, мы все здесь думали, раньше, что мы гей, а вы теперь оказались забрали педорасов. Протокол был на меня составлен за то, что я употребил якобы нецензурную брань или нецензурную лексику. Я с этим не согласен. Слово, которое я назвал, это литературное слово, употребляется в орфографических словарях, в литературно-художественных произведениях. Это первое. Второе. Насколько мне известно, в Украине нет ни одного нормативного правового акта, который регламентировал бы употребление или неупотребление каких-либо слов. Поэтому я считаю, что для объективности картины, для объективности дела стоит привлечь судебное заседание экспертов, провести медицинскую экспертизу, и чтобы эксперты дали заключение, является ли это выражение мое нецензурной лексикой, ругательной. Если эксперты сделают другое заключение, я признаю судью. На данном момент это судебное заседание. У меня все. Скажите, пожалуйста, а вы вважаете это слово, как вы сказали, образливым, что еще вы вкладаете в его смысл? Чи вы кажете, что оно литературно, вы его повсякчас використовуєте в мове? Не вважаю это слово образливым. Это моя субъективная точка зору, оціночна по отношению к депутатам Мариупольской міської ради. А что самое означает это литературное выступление? Это медицинский термин. Вы сказали, что вы еще выходите на российскую мову. Скажите, пожалуйста, с профессиональной точки зрения, вот Денис Сергеевич говорит, что это литературное слово, но оно не образовательное. Если говорить о том слове, которое он употребил, если бы он его употребил в том значении, в котором оно есть в словарях, то оно является констатацией факта. В данном случае это уже является неправильно, потому что мы не имеем права констатировать факт по, скажем так, половых пристрастиях гражданина Максима Владимировича Бородина. Но в том значении, как он его выглядит, просто он его неправильно произнес, не знаю, я не могу судить, знал ли он, как он правильно произнес, или же он сознательно его выглядит, но то значение, как он его произнес, является вторым значением этого слова, употребляется в словарях, как вульгарное и обозначает сниженное.